Сегодня я покажу вам, как работать с мышцами лица изнутри. Для выполнения буккального массажа мне понадобится перчатка. Вы можете просто помыть руки. И сейчас я буду вводить большой палец, фиксируя губу изнутри. И начинаем вот в такой вот технике мягкого проминания проходиться по всему периметру кольцевой мышцы рта. В поисках уплотнений, небольших шариков, которые вызваны напряжением мышцы, которые заставляют нас поджимать губы, делают губы более тонкими, более бледными, уменьшают их в объеме. Проинспектировали всю кольцевую мышцу рта. В каких-то местах все гладко, в каких-то местах почувствовали вот эти вот маленькие шарики, уплотнения. На них зафиксируйтесь и прорабатывайте их немного дольше. Потратьте на каждый шарик 1-2-3 минутки. Через какое-то количество повторений вы почувствуете, что мышца полностью расслаблена, уплотнений нет. И после этого раз в неделю, два раза в неделю достаточно повторять такое инспектирование. И я желаю вам пухлых, сочных, красивых губ в улыбке.